Вау. Вот это да, это только нам нужны какие-то салфетки. У меня есть бумажные. Бумажные, нам нужны влажные. А кто знает, что это за закон такой физический? Какой? Вот почему оно уже не понимает. Вообще, если бы это была вода, то это было бы всего нет. Можно взять фен. И, значит, после этого просто салфетку посмотрели и мы. Ну просто я попробую. По три только, ладно. Тут есть еще одна, но нету трубочки. Так это удивительно, что будет против. Да, вот сюда просто трубочку надо придумать. Да, это все. А потом вы плотнее, получше, наверное. Да, получше. Вот рвался. Вот фен. А можно вот убрать, которая почти фейт? Вот, надо будет делать. Не попробовать называть. Не попробовать. В принципе, есть еще всякие штуковины, которые сохраняются. Они продаются, знаете, в магазинах ортопедических для астматиков. Самые веселые штуки, которые очень хорошо, кстати, для медных духовых. Развивают вот эту часть. Там такой цилиндр с пластмассой, внутри шар. И ты его вот так делаешь, должен его держать наверху. Вот да, это тоже можно, это тоже в районе. Значит, самое важное в этом, я сейчас расскажу для чего. Когда вы, народ, Кира, слушай. Люди, когда вы этим занимаетесь, нам самое важное удержать его низко. Вот тут у вас начинает работать правильно. Потому что вот это все. Это цирк. Вот. Ну, посадить его медленно. Это наша диминуэда тоже. Вот у нас здесь работает. Он неровный из-за того, что вот этот шарик деформирован. А вот удержать на таком расстоянии, это наша игра, вот Меса Форта или Пьяна. Долго, да? Ну вот так. Еще интересно. Что можно играть, а не брать дыхание. Никто не удивился. Сначала руками, а потом учиться делать самим.
Всегда очень расслаблен. Видно, чтобы звук получился. Это вот самый первый для того, чтобы научиться, да? Да. Получается? Второй. А щеки? Вот. Да. А второй зап, когда мы так делаем, и в этот момент вдыхаем. Если не получается, вы можете сделать так. Выпустить воздух, выпустить, надуть щеки. И теперь сделать так и вдохнуть одновременно. А следующий этап уже с плетью. Или с инструментом. Следующий можно на голову. Мы делаем так. А, можно еще делать так? Ну, тоже для баловства. И... То есть научиться выдыхать только еще сюда. Как получился звук, он может быть не очень хороший. Нет, запутался. Этого достаточно, чтобы в этот момент вдохнуть. Еще это похоже на то, как языком, смотри. Мы там сначала еще, а в конце языком, как бы выталкиваем этот воздух сюда. Потом играем. И последнюю ноту делаем так. Потом соединяем.